Ну что ж, завершает конкурс STEM. Высоко сижу, далеко гляжу. Сборная подмосковных городов «Бешеные псы». Друзья, в нашем STEM мы решили затронуть проблему семейных ценностей. Итак, встречайте, наши любимые персонажи Вован и Настюха въезжают в новую квартиру. Честно. А, да? Я что-то тупанул, конечно. Только не первое. Ну, вот мы и дома. Давай располагаться. Вот это картина! Вов, ты чё это окно? А чё в нём мужик позирует? Так с него картины пишут. А, чё-то я сам не допёр, точно. Давай вещи, ладно, разбирай. Вов, а чё это в коробке-то? Ну так это мебель. А это кресло? Нет, это не кресло, это кухня. Вот кресло. Удобно. О, первый звонок в домофон. Кто? Здрасте, это Дима. Какой Дима? Ладно, извините, ошибся. Так, слушай, дорогая, куда мне повесить свой сюртук? На спинку стула. Музыка. Вов, давай ты пока разберешься, а я схожу в кухню. Да, конечно, иди, дорогая. Первый звонок в дверь. Я открою, дорогая. Сиди в кухне. Здравствуйте. Привет. Я ваш сосед. Очень приятно, сосед. А это ваша соседка. Соседка. Очень приятно, сосед. Ну, вот и познакомились, соседи. Я, собственно, что к вам пришел? Ага. У вас соль есть? На кухне соль нету. Не, нет. А приправы? Не, приправ тоже нету. Может быть, и лобзик? Не, лобзика тоже нет. А теннисный мяч? О, теннисный мяч, пожалуйста, всегда со мной находится. То, что нужно, то, что я искал. Вот, что вы хотели. Извините, пожалуйста. Так, стой! Если участковый, меня нету. Хорошо. Подожди! Если это Ленка, меня тоже нет. Ладно, да. А стоп! Если Леха Черев... Так, ну все, хватит! Да. Нет, спасибо. Я надеюсь, это не Леха Черев? Нет. А то я тут стою, переживаю, ты же не знаешь, что говорить, ну! Ну, раз уж мы познакомились, может, посидим, отметим все вместе. Точно, дорогая, у нас есть что покушать? Ну, вообще приготовить можно, но соли-то нету. Слушай, а у тебя есть соль? Есть. А приправы? Тоже есть. Ради эксперимента, лобзик у тебя есть? Ну, конечно, я же ремонт делаю, ну. Теннисный мяч дай, пожалуйста. Конечно, вот сюда с тобой ношу. Давай, иди домой. Слушай, как-то вот наконец-то мы остались наедине, мне надо тебе кое-что вот сказать, прям очень важное. Я долго готовился. Да как-то наплыло прям. Я не знаю. Здравствуйте. Hello. Походу американец. Какой-то странный у вас акцент. Какой-то странный у вас кусок шарпеи вместо лица. Походу, похоже на грубость. Ну что ж, я ваш новый участковый, у вас все в порядке? Да, у меня с моей девушкой все в порядке, у тебя что-то с лицом, походу, не то. Да прекратите вы уже! Ну что, хорош, смотри, оп, на человека стал похож. Ну дай! А, давай, давай, опа, пошел, давай, до свидания! Вов, а че это ты с ним так разговариваешь? Он участковый, а твой батя генерал. Вообще-то нет. Ой, как не удобно. Участковый. Слушай, давай, мне надо тебе кое-что вот очень серьезное сказать. Я прям не могу, вот пока не разобрали. Да что ж такое-то? Я не могу. Кто это мог? Не Медведев? Да, кто? Сейчас, пацаны. Алло. А, да, алло. Да, кто это? А, это Дмитрий. Ну, и что, какой Дмитрий? А, Дмитрий Анатольевич. Ага, Медведев. Да, Медведев.
смысле, фрукты вылетели, а да что, нужно? Откройте дверь, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич Медведев, откройте дверь, пожалуйста. Парень, иди погуляй, да? Да-да, все, меня это реально бесит, мне нужна большая самая коробка. Вов, зачем? Затем, что в ней коробка поменьше. И? А в ней та самая коробка, которая нужна. Дорогая, мы давно с тобой вместе. И ты будешь моей женой? Я согласна. Дорогие друзья, в жизни всегда очень много трудностей. Но нужно уделять время своим близким, чтобы они были чуточку счастливее. С вами была команда КВН «Бешеные псы».